День добрый, комрад! У микрофона Берг, и я рад приветствовать всех на этом видео. Когда-то, в незапамятные времена, когда золото в игре текло рекой, когда не существовало ивентов, трофейных кейсов и боевой карьеры, в игре существовал всего лишь один автомат, получить который мечтал каждый – Джиггернаут. На сегодняшний же день в игре существует поистине огромный арсенал автоматов на любой вкус и цвет. И в этом видео я решил сравнить старый добрый Джиггернаут и все эти новомодные автоматы и понять, актуален ли по сей день Джиггернаут или от былого величия не осталось и следа. Все тесты будут проводиться в формате 1 на 1. На главном экране будет показано, как я играю с Джиггернаутом, а мой противник с топ-автоматом. А на этом экране будет показана уже обратная ситуация, в которой я играю с топ-автоматом, а мой противник с Джиггернаутом. А перед тем, как приступить к тесту Джиггернаута, я хотел бы сказать огромное спасибо этим парням за то, что помогли мне в создании этого видео. Round 1. A little bit of light, a little bit of gold.
Final round. Fight! Предлагаю подрезюмировать. Автомат Джаггернаут, который некогда считался мастодонтом среди всех автоматов, на сегодняшний день является весьма посредственным, слабеньким автоматом, покупать который даже со скидкой я не советую никому. Ведь можно с куда меньшими затратами выбить автомат из ивента или же купить поджигатель, который ничем не уступает Джаггернауту, а к тому же он еще и дешевле. Ну, на этом предлагаю закончить. Если вам понравилось видео, обязательно нажмите Лукаса и подпишитесь на канал. Ведь в дальнейшем вас ждет еще больше видео по Guns of Boom и другим играм. Всем спасибо за просмотр, всем пока.